После финального свистка, последнего в этом сезоне в Лиге чемпионов, футболисты Баварии были на ногах до 6 часов утра. Первый, кому в голову пришла здравая мысль прихватить с собой кубок, оказался француз Рибери. Его вклад в победу Баварии определяющий. Франк Рибери участвовал в обеих голевых атаках на ворота дортмундской Боруссии, а потом просто пошел по стопам Стивена Джерарда. Капитан Ливерпуля в 2005-м провел ночь в отеле в обнимку с Кубком чемпионов.